Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня у меня будет маленькое видео о пироге с мясом и с картошкой. Да, сегодня ездила по магазинам и увидела тесто дрожжевое. Конечно, что-то я поленилась сама заводить и купила готовое. Вот, купила килограмм теста. А дома у меня есть свежее филе кролика. Вот это вы его видите. Я его порезала на такие вот маленькие кусочки. Сейчас я к нему добавлю немножко соли и чесночный перец у меня есть с чесночком. Вот. Так, вот я добавила специи, немножечко укропа, значит, чесночный перец и перец, гималайскую соль со смесью перцев. И все. Теперь мяско перемешаю это. И пока я занимаюсь тестом, пусть оно немножечко как бы промариновывается. А я тем временем еще почищу картошки немного и порежу лук. Друзья, думала, и хочется мне, как хотите, грибочков. Мясо, грибочки и картошка. Еще грибочки дадут сок, поэтому, думаю, должно быть супер-пупер быть. Займемся тестом. Разделим его на две части. Здесь у меня, кстати, 1 килограмм, 200 грамм. Одну часть сделаем, значит, больше, другую часть сделаем меньше. И я еще приготовила вот этих два гриба. Я их покрошила на кусочки и немножечко перемешала с укропчиком сразу. Приблизительно разделила на две части, одна чуть больше, ну, одна, наверное, 2/3 и одна третья часть. Вот. И теперь с нижней, с левой части будем раскатывать на пергаменте слой теста. Тесто я раскатала на пергаменте и сейчас его перенесем на лист. Картошки я беру не очень много, мы предпочитаем больше мяса, чтобы было побольше. Но вот эту сейчас картошечку я разрежу на мелкие кружочки, тоненькие желательно. Картофель порезала на кружочки, добавила щепотку соли, чуть-чуть посолила, добавила чесночного перца и добавила 2 столовых ложки растительного масла. Ну, потому что все-таки мясо у меня кролик, он такой не жирный, это считается постное мясо, поэтому немножко добавила. Сейчас это все будем выкладывать тоненький слой на противень, вот так. Выложила один тоненький слой картофеля, и сейчас я буду ложить кролика. Кролик уже немножечко как бы промариновался, постоял, вот. Со специями. Теперь его будем выкладывать на слой картошки. Слой мяса я выложила. Теперь сверху положим слой грибов. Я выложила с укропчиком порезанный вместе. И сейчас сверху положим слой остатки картошки, которые у нас остались тоненьким-тоненьким слоем. Тортик мы залепили. Ой, тортик, простите. Пирожок мы залепили. Я вот взбила одно яйцо. И теперь этим яйцом мы смажем наш пирожок. Пирог я смазала и оставила 4 отверстия для выхода лишнего пара. Так, и духовка, по-моему, наша уже прогрелась до 180 градусов. Отправляем на 50-60 минут в духовку. Я вам потом расскажу, сколько ушло времени. Ну вот, дорогие друзья, спекла я пирожок. Прошло 50 минут. 50, не больше, не меньше. Вот 50. Вот так вот он выглядит. Я его смазала сливочным маслом, накрыла калькой. И сверху полотенцами, чтобы он немножко отмяк. И так ждем 10 минут. Вот так, друзья мои, выглядит пирожок в разрезе. А сейчас даже я приоткрою вам крышечку и покажу. Грибочки, мясо, лучок. Ай, пар идет. Обалдеть, обалдеть. Ну вот, на этом все, дорогие друзья. Заканчиваю видео. Если понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и готовьте. До скорых встреч с новыми рецептами. Пока-пока!